А папу забыла поставить. Это хорошо. Вспомнила, пока смотрела. Не надо фантазировать. Сейчас скину фотографию, которую я только что сделала. О, мне понравится, наверное. Ага. Ну тут я спорить не буду. Там девочка покашляла. Нельзя было не подойти к ней. Жаль, она не сидела. Да, я бы. Согласна. Ammo here. Так, у меня тут троица. Хлебушек, хлебушек. Что расскажешь интересного? Так, где он? Что ты хочешь слышать? Что-нибудь. Ага, нос. Но он один из трех. Давление пульс. Так, РПД лучше. Так, все. Еще один где-то. Повыше забраться. Ну, в принципе, нормальный такой скриншот, мне нравится. На аватарку поставь. Что бы еще третью девочку? Ну, девочку скинь мне, девочку. Хоть на аву ставь. На обои. Ага. Нормально было бы. Так, и где третий? Я видел три шага. Я видел. Этот Грау новый, вот этот легенда, интересно, конечно, он в виде дракона там. Ури, я не устал. Ага. Если кого-нибудь интересует. Да, длинный ствол меня всегда интересует. Ну, да, бывает это. Ограниться надо. Ну да, чтобы точнее доставать. Так, а где он? Что-то я его дело видел. А вот он. Берем кило. Потом дробовик ищем. Папа, написано демона. Там, блин, кто-то есть, походу. Да-да-да, там все-таки есть стоять. Громилу. Так. А со мной девушки нет. Сейчас Гамил тоже возьмем. Блин, где он? А что, нельзя сломать? Ну, еще один. Ну, я бы выбрал ту, которую справа. Слева выпала. Скинчик прикольный. Открой. А, она как раз ссылка 24 шла. Угу. Я, по-моему, тогда все редко хотел, потому что последний ЛК-24 выпал. Это городской сталкер, по-моему. Я не помню. Да, по-моему, городской сталкер. Airdrop is coming. Airdrop is coming. Trap deployed. Кто там что пускает? Хлебушек, ты чё? И дурил суицид не выход. Эй, на может ты заберешь длинный ствол? Есть еще один длинный ствол на лестнице лежит. Да, вот я просто думаю громилу взять. Тоже могу. Эй, ты идёшь? Ага, все. Удлённый ствол я доверяю тебе. Давай. А у меня громила будет.
Хлебушек. Хлебушек. А ну стой. А тоже. Ну. Я нашел, я нашел. Я тоже нашла. Да, нет ничего печальнее, чем зверь запертый в клетке. Эх, тут потом еще есть сенда вылика. Это ракета. Да. И тут их мало. Воздух. Так, у нас вертолета нет. Это плохо. Грустно. Это надо же ногами шевелить. Царское это дело. Э? Не видела. Нет, там просто в отметке. А, нет. Всё-таки воздух. Не, гаража. Воздух отмечала. Хлебушек, у меня горе. Видишь? У меня не лопата в руках. Мачете тоже палочка, оружие. Блин, вручалочка. Лопата лучше. Грустно. Нифига себе толкает Ирина. Она на сноуборде меня толкнула. Правильно делает. Я не знал, что может толкать. Мне тоже толкнули. The revived flight will arrive in one minute. Так, а мы на лучок будем лечить. Да. А, я думал, это я на что-то напарвался. Ты чё шаришь? Сейчас вот этой мачете надаю по попе. Понял? Угроза всей жизни. Больше буду. Вы нашли машину? А, тут фары есть, если нужно. Там Ирина отметил. Машины как почти нашел. Почти в целости и сохранности. Да, да, я что-то там нашел, я сказал, вроде. Вон там машина. Мне кажется, она была там машина. А, нет. Все-таки машина там есть. Блять. Она так не. Ну, короче, была там машина. Там мотоцикл стоит. Не могу понять. Нет. Видишь, она за здоровый образ жизни. Да, за здоровый образ жизни. А сама на сноуборде поехала. Надо заставлять дышать сама на сноуборде. Надо отнять. И дело. Да-да. А дайте лучше мне сноуборд. А, что-то выбросил сноуборд. Так, там люди. Или кто там, боты? Пошли, я заберу. Я не вижу там никого, и это плохо. Это бот, наверное. А я пойду... Да, там бот, я. Всех убили, блин. А, вот он, вот он. Я вообще в дым стрелял. Увидел его. С вами проблемы общаться. На вас. Пациентов. Блин, я же телефон хотела на зарядку поставить, точно вспомнила, что хотела пару часов назад сделать. Всё.
И как назло, ни одной машины. Я вижу то, что нельзя озвучивать. Что там? А, снайпер там стоит. Кое-что. Блин, там люди. Нет. Уезжай. Там люди. Я-то уеду. И куда он высаживается? Но он и летает, и какая-то странная точка. Он у меня вообще как странная точка отметился. На том берегу, видимо, кто-то есть. Блин, там снайпер целится. Но он там снайпер. Enemy is near. Мотоцикл застрял. Все, пипец. Так, я дойду. Прощаем, Пика. Недолго мы с тобой катались. Я нашел себе замену, не беспокойся. Блин, там кто-то стреляет, что ли, мне показалось. Самая наводяшка. Ага, там есть кто-то. Да тут не самая наводяшка. Блин, дымовую киньте вперед, пожалуйста, если есть у кого. Чтоб не видели снайпер. Да-да, вот так, перекрыть. Ой, извините, кому я приехал? Тоже знал, что там отряд. Смотри, чтоб машину не взломали. Не так и так это сделают. Ну, хотя бы не зависть вместе с машиной. Так, куда они летят? Высаживаются на нас, нет? Не, это не уходит. А вы не хотите уехать? Я-то хочу. Давай. А, вон машина. Папарацци приехала. Господа. Садись здесь, хлебушек быстрее. А, он наверху еще стреляет. Так, так. Да, проницал только что. Да-да, в городок лучше. Лучше в городок. И направо лучше. Куда-нибудь. В зону. Да, смотри. EMP drone has been deployed. Enemy down. Ship terminal is almost ready. Блин. Engaging zombies. Ты. Reloading. Cover me. Trap deployed. Так, у меня тут где-то челик есть. Угу. Собак высадил. Давай. Ловушку сейчас накину. Все, сбил. Ты. Так, сбил. Там еще где-то есть. Секунду. Сбил. А, все-таки игрушечный. Ой, он около меня. Это другой. Тихо. Пустите, пожалуйста. Стой. Тихо. Надо уползти туда. Блин, нечего. Укрыть. Так, все. Мираж, выпусти своих этих голограмм, если они есть. Не забывай. И куда ты смотришь голограммами, вот туда они побегут. В ту сторону, не забывай. Серьезно? Да. Куда ты смотришь, туда они побегут. Так, машина. Золотая Бибика приехала. Блин, уходим, уходим. Блин, мне нечем стрелять. Если бы там... Там трое, четверо.
Одного поднимают. Changing mag. А, ну тут их уже двое. Уже никак. А их там четверо. Ладно. Ну.